Бесплатные угощения, праздничный концерт и фермерская ярмарка. Красноярцев приглашают на гуляние в честь открытия первого за Уралом агротерминала. Новый оптово-распределительный центр позволит фермерам и производителям реализовывать свою продукцию в одном месте, а покупателям гарантирует качество и приемлемые цены. Подробнее об ассортименте и о программе предстоящих гуляний расскажет Елена Саткеева. За Уралом агротерминал готовится к открытию. Уже завтра современный оптово-распределительный центр выставит на продажу тысячи товаров, включая продукты, напитки, бытовую химию и товары для животных. В дальнейшем здесь будет идти не только розничная продажа, но и сортировка, упаковка, распределение, штрих-кодирование и транспортировка товаров в другие магазины. Для розничных покупателей здесь большой плюс, что напрямую и фермеры, и производители выставляют свою продукцию. Также эта продукция проходит фитосанитарный и ветеринарный контроль в лаборатории качества. То есть это гарантированное качество и приемлемые цены, так как минимум посредников. На масштабных гуляниях агротерминал разыгрывает призы и сертификаты на сумму 200 тысяч рублей. Покупатель сможет потратить их на любые товары комплекса. Помимо этого, посетителям предложат бесплатные угощения. 1500 порций плова, вкусный чай, перловка и гречневая каша. Для детей на открытии заработает контактный зоопарк. Будет сладкая вата и бесплатное катание на лошадях. В агротерминале выступят творческие коллективы Красноярского края и популярная у горожан группа «Яхонт». Гостей ждут завтра с 11 утра до 4 часов вечера по адресу Истинская, 47. 7/5. Добраться до агрокомплекса можно не только на личном транспорте, но и на общественном. А завтра в честь открытия почти с любой точки города сюда можно будет добраться на бесплатных шаттлах. Места отправления уточняйте на сайте агрокомплекса. Елена Саткеева, Павел Иваницкий, 7 канал.